Всем привет, с вами Дряфрост. Сегодня я вам расскажу про секретные ачивки, которые кодируются под тремя знаками вопроса. А точнее, как их получить. Поехали. Первая ачивка – это семейное сокровище. Перезаходим в игру до тех пор, пока вместо галереи не появится черный фон. Берем священника и идем в секретную комнату. Хиляем программиста. После общаемся с ним. Ачивка получена. Следующая ачивка. Зеленая миска. Ее надо найти в игре, после чего получишь чертеж и достижение. Для третьей вам нужно иметь два из трех орудий королевской стражи и пойти с ними в игру. Для этого их нужно найти. После всего этого у вас выполнится достижение. Теперь вам нужно перебрать все смайлики слева направо, сверху вниз. Вы получите скин на ассасина и ачивку. Постойте у телевизора 5 минут, вам откроется ачивка «Любитель ТВ». Защитник природы. Выброси 20 орудий в урну. Защитник храма. Я точно не помню, как открыть. Просто продержитесь в режиме начала и не подпускайте врагов к камню. С последним оплотом все так же. Но надо продержаться 24 волны. Для следующей ачивки вам нужно иметь 16 кассет у баранчика Шона. Вам откроется ачивка «Надень наушники и наслаждайся музыкой». Следующая ачивка. Вам нужен пиликающий автомат, который попадается во время игры. Но помните, с шансом, что он выпустит ядерную бомбу и взорвет вас. С него нужно джекпот выбить. Одобрение сэра Сангрии. Победите его в режиме погони за совершенством, также и с одобрением сэра Вайолета. Чтобы попасть в этот режим, вы должны выбросить оружие в урну и пойти в бассраж. Огнеборец. Не используя баф на огнеупорность и увеличение урона этого огня, победите малышей драконов. Мерзость. Пройди игру с купоном водяной обезьяны. Это оружие с мордой обезьяны, при взятии которого появляются три обезьяны. Ищите в процессе игры. На этом моменте пока что закончим. С вами был Морозный Заклинатель Дряфрост. Увидимся!